Саричанском районе очистили с помощью биомелиорации ранее заиленный канал Днепр-Донбасс, обеспечивающий питьевой водой Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. В него запустили рыб, поедающих практически все виды водорослей и камыш. В результате вода стала чистой и прозрачной на глубину 3 метра. За время проведения эксперимента, а это 5 лет, в канал было выпущено около 170 тонн мальков биомелиоратов, в основном толстолобиков, белых амуров и карпов. Уже сейчас возле канала Днепр-Донбасс начали плодиться гадюки, а это один из главных показателей пригодности воды. Ведь селятся они только возле чистых водоемов. Днепр же и его притоки похвастаться чистой водой пока не могут. Впрочем, активисты из Саричанки заявляют, что очистить Днепр при помощи биомелиорации тоже можно. Но для этого достаточно просто посчитать, сколько рыбы нужно запустить в реку. Необходимо устранить возможность промышленного загрязнения. Если все пойдет по плану, лет через 5-6 можно будет наблюдать положительный результат.